Также лучших спортсменов накануне определили среди государственных и муниципальных служащих. В Чебоксарском районе прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет 14-й спартакиады работников органов самоуправления. На самом деле на Кугейской земле сегодня большой праздник, праздник спорта. Здесь, наверное, постоянно такие мероприятия проводятся. Георгий Иванович сегодня говорит, даже говорит, если одно воскресенье мы пропускаем, значит в республике, говорит, что-то может случиться. Поэтому говорит, а так постоянно здесь выходные, праздники, проводятся мероприятия. Лыжные гонки начались с вип-забега на 1,5 километра. Затем стартовали команды в составе 5 человек. Мужчины состязались в эстафетной гонке на 2 километра, женщины на 1,2 километра. Пробежали, здоровый дух, настроение бодрое, хочется жить и работать. Все лыжники успешно преодолели дистанцию. Говорят, готовились. Если постоянно сидеть за столом, результата не достигнешь, а расстояние покажется непреодолимым. По выходным обычно умудряемся ходить на лыжах. Но не каждый день в течение недели получается. Но тем не менее мы дистанцию прошли. Довольно-таки, я думаю, успешно. Не спортсмен, но ради своего здоровья стараемся участвовать. Всего в лыжном забеге работников органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской республики приняли участие более 1000 человек. Анастасия Алексеева, Республика.